Готовим слойки с яблоками. Яблоки очищаем от кожуры и тонко нарезаем. Добавляем сахар, корицу, сливочное масло и варим на огне, помешивая до мягкости яблок. Далее раскатываем слоеное бездрожжевое тесто. Разрезаем его на прямоугольники. С одной стороны делаем надрезы. На другую сторону выкладываем подошедшие яблоки и залепляем края. Выкладываем на противень, смазываем яйцом и выпекаем 20-25 минут. Готовые слойки можете присыпать сахарной пудрой. Приятного чаепития!